В этом видеоролике мы приготовим куриный пирог из слоеного теста мультиварки Витек ВТ-4217. Нам потребуется 150 грамм слоеного теста, 1 куриное филе, 1 яйцо, 50 грамм сыра, 1 зубчик чеснока, 3 столовые ложки сметаны, 3 четвертые чайной ложки соли, растительное масло для смазывания чашек и 2 столовые ложки муки для раскатывания. К сметане добавить яйцо, соль, выдавить чеснок и перемешать. Куриное филе мелко нарезать. 2 куска слоеного теста раскатать на досточке, посыпанной мукой. Выложить один пласт теста в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. На тесто выложить куриное филе. Залить смесью сметаны и яйца. Посыпать сверху тертым сыром. Накрыть пирог вторым пластом теста, скрепив края нижнего и верхнего слоев теста. Установить чашу мультиварку. Включить режим выпечка на 40 минут. Когда режим окончится, перевернуть пирог на другую сторону с помощью лотка для варки на пару и выпекать с другой стороны еще 10 минут. Куриный пирог из слоеного теста готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.